объявлениях по поиску работников нередко пишут «достойная зарплата». Мы спросили, что под этой фразой понимают жители Ивацевичей, зарабатывают ли они достойно. А достойная, ну, для нашего края хотя бы 1500. Ну, больше 1000. Это достойно. Я учителем работаю в сельской школе. На ставку я получала в сельской школе рублей 600-700. Я зарабатываю где-то больше 1000 рублей, и это у нас хорошая зарплата. 560 мне пенсия. Это сколько выходит долларов? 200. А где в Ивацевичах можно зарабатывать достойную зарплату, такую, которую вы, например, называете? Не знаю, на Полиполь, говорят, зарабатывают. Швейная предприятие. Полиполь, если работать, то, ну, пахать. Ну, знаю только Полиполь. Ну, нет, у нас в Ивацевичах раньше было свои предприятия, шло все на район. А сейчас нету, ну, что-то колхоз.